Ксюок, салют. Девчонки, поздравляю вас с днем рождения. Поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам счастья, здоровья, здоровья вашим детям, вашим семьям. Я буду в сердце хранить все, что было между нами. Как мы учились в институте, как мы клево отдыхали. Вы самые лучшие, я вас люблю. Девчонки, привет! Поздравляю вас с днем рождения. Желаем вам здоровья, счастья, любви, здоровья главное вашим детям, семьям вашим здоровья, чтобы вас окружали всегда только искренние, настоящие друзья, чтобы все ваши мечты сбывались. И денег, чтобы у вас было много-много-много. Мы вас целуем. С днем рождения! С днем рождения! Дорогие, милые наши девоньки, поздравляю вас с самым замечательным днем, днем вашего рождения. Пусть ваше здоровье будет крепким. Ваши любимые, любящие мужчины дарят вам цветы и подарки не только в этот день. Пускай ваши детки вас радуют. Желаю вам женского счастья, вечной молодости. Оставайтесь такими же красотками. С днем рождения! Дорогие мои девочки, дорогие мои близняшечки любимые, Светочка и Оксаночка. Вот я вас поздравляю с днем рождения, желаю вам всего самого наилучшего, счастья, здоровья. Вы уж извините, но я в такой обстановке, на работе, мне уже как бы неоткуда больше как бы вам присылать, потому что постоянно работаю туда-сюда, живу в Турции, времени нет вас поздравить. Вот пока есть время, решила вас поздравить. Ну что хочу вам пожелать? Много, наверное, терпения с вашими мальчишками, с вашими детишками, мужьями. Всегда оставайтесь такими же клевыми, жизнерадостными. Ну и, естественно, всего-всего я вам желаю самого лучшего. Очень люблю вас и надеюсь, что в этот день рождения вы, короче, будете самыми красивыми, самыми. Ну все, давайте, целую вас. Всем привет! Так как меня принудили, заставили поздравить двух этих женщин, пришлось согласиться, жизнь мне дороже. Хочу сказать одно. Как хорошо, что жизнь отгородила меня от этих двух особ. Вот и настал тот день, увы, когда вы стали на год моложе, а может быть и умнее. Хочу пожелать вам остаться такими же красивыми, молодыми, умными. Всегда оставайтесь такими же доброжелательными, позитивными. Хочу пожелать одно – здоровья вашим детишкам. Я вас люблю, целую. Пока-пока. Дорогие девчонки, хочу поздравить вас с днем рождения. Раз уж на то пошло, давайте говорить честно. Когда я познакомилась с Ксюшей, я подумала, ну откуда же такая красота? Красотка неописуемая. А когда познакомилась еще и Свету увидела, я подумала, еще одна красотка. Вот повезло, две сестры красотки. Ну вообще, да еще и подруги отличные. Хочу пожелать вам оставаться всегда такими же замечательными. Здоровья вашим деткам, вашей семье, окружению. И ну что уж, греха таить, пусть весь мир пойдет к вашим ногам. Люблю вас. Дорогой мой любимый человечек, моя дорогая Оксик, знакомы мы с тобой совсем немного времени, но за это короткое время ты стала мне самой родной и самой любимой. Увидев тебя первый раз, я поняла... Мама, все? Да, сейчас тетю поздравим. Увидев тебя первый раз, я сразу поняла, какой ты искренний, добрый, открытый человек. Мой человек. Дорогая моя, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть каждый твой день наполнен... Пусть будет каждый твой день будет наполнен улыбками, счастью, радостью, хорошим настроением. Пусть твои друзья, близкие, родные всегда будут Мама, рядом. Мы тебя очень-очень любим. Чай. Скажи, с днем рождения. Скажи, с днем рождения, скажи. Скажи, с днем рождения.
Я поздравляю вас с днем рождения от нашей маленькой скромной семьи. Желаю вам здоровья, оставаться такими же красотками и умницами малыми. Будущим многодетными, наверное. Люблю, целую. Света, Ксюша, привет! Мы поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам всего самого наилучшего. Вообще, две супер красотки, две отличные мамы. Оставайтесь такими же. Любите, будьте любимы. Катя, привет! Я вас очень сильно люблю, девчонки. Целую. С днем рождения. Света и Ксюша. Мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем всего самого-самого-самого здоровья, любви, счастья, успехов во всем. Чтобы на вашем жизненном пути встречались только самые добрые, позитивные люди. Пока-пока. Девочки мои, у меня мало того, что отключили горячую воду, так еще отключили холодную. Поэтому я сегодня вас буду видеть, лисички. Поздравляю вас с днем рождения. Самые личные слова я вам расскажу при встрече. Я вас люблю. Муа. С днем рождения, мои любимые близняшечки, девчули. Сегодня вам наконец-то исполняется 40 лет. Это значит, что я с легкой душой и чистой совестью могу называть вас теперь совершенно официально старушками. Как я делаю это, в принципе, последние 10 лет. С днем рождения, мои любимые. Знаете, я поняла, что видеопоздравления, видеообращения вообще не мой конек. Я вообще совершенно не обладаю красноречием, ну и уж тем более креативом. Тем более я не могу вообще даже припомнить ни одного такого случая, связанного со мной, с вами, с каждой по отдельности, которое бы я смогла сейчас озвучить и рассказать, потому что все наши ситуации это просто сплошные американские горки, и лучше мы оставим это между собойчиком. Надеюсь, что в этот момент, когда вы смотрите меня, я сижу рядом с вами, смеюсь над собой, над тем, что несу, потому что, конечно же, я хотела бы все свои поздравления, пожелания озвучить лично, глядя в ваши чудесные голубые глаза. Ну, в общем-то, насчет, кстати, воспоминаний, я думаю, что там рыжая все нормально уже сказала, так что ничего страшного. Счастья вам, здоровья вашим деткам, любви в ваших семьях и всего самого светлого, что может подарить эта жизнь. Я вас очень сильно люблю. Круто, что ни расстояние, ни города для нас не помеха. Ба-бам-бам-бам. Ладно, так уж и быть, не буду сдавать никакие приколы про вас, просто поздравляю и очень сильно вас люблю, и надеюсь, вы очень круто отметите. Люблю вас, целую, девочки мои. Девчонки, с днем рождения! Оксана, Света, поздравляем вас с днем рождения. Желаем всего хорошего, счастья, долгих лет жизни. Удачу! Поздравляем! С вашим днем рождения, с вашим маленьким, красивым юбилеем. Выросли вы красавицы, умницы, у вас прекрасные дети, замечательные семьи. Ваши нежные души, ваш талант, ваше творчество, все было дано вам от ваших мамы и папы, от ваших родителей. Так вот, все это самое замечательное вы пронесете по своей жизни, и все самое доброе, лучшее, красивое, светлое вы отдадите своим детям. Будьте счастливы. Вы замечательны. Вы самые лучшие. И лучше вас никого нет.